21 осенний день в Самарской области. Небо будет пасмурным и облачным. Местами пройдет кратковременный дождь. Прохладно. В дневное время 15-17 с плюсом. Ночью 9-11 выше 0. В Сызрани пасмурное небо. Днем плюс 17 градусов, ночью плюс 10. Ветер северо-западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность без осадков. Плюс 15 градусов в дневное время, ночью 11 выше 0. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Дневная температура 16 градусов тепла, ночью плюс 9. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.